Предложение только сегодняшнего дня. Это электрический триммер от бренда Hütter. Немецкий бренд с 2000 года, который радует действительно своими самыми любимыми предложениями. Итак, Леша, сейчас... Друзья, ну, хочется сразу отметить то, что здесь у нас двигатель выдает 10 тысяч оборотов в минуту. Это позволяет легко и просто нам скашивать травку, как вы сейчас видите. Но при этом триммер абсолютно легкий, обратите на него внимание, и компактный. То есть в ваших руках он будет действительно как такой легкий садовый инструмент. Вообще. Здесь мы имеем в виду, то есть полноценный, это 1,5 килограмма всего лишь он очень весит. Очень удобное, да? Очень легкое, я, кстати, говорю, да. Да, при этом здесь еще раз находится двигатель, который выдает 10 тысяч оборотов в минуту. Вот эти два усика, лески, позволяют нам буквально за одно движение скосить сразу как густую такую высокую поросль, так и молодую травку. Причем, поскольку здесь у нас ширина кошения 24 сантиметра, вы зайдете в самые укромные уголки, в самые узкие дорожки и покосите эту траву. То есть там, где не пролезет большая газонокосилка, триммер легко с этим справится. Леточка, я предлагаю тебе тоже сейчас приступить. А вот где мне это сделать? Там скажи вот, мне, давай, пожалуйста. Вот здесь. А то я начинаю все неправильно. Да, куда? Куда так мы? Вот, мои дорогие, второй ряд сейчас также сделаю я, буду косить, знаешь, это делать совершенно легко, причем, говоря цену, внимание, 1799 рублей. Действительно, любимое предложение, посмотрите, легко это делаю, удобно, красиво, а главное, без садовника, да, без дополнительной траты денег. Посмотрите, как легко, как удобно и, самое главное, сама справилась, да, сама, без помощи Алексея Мичурина. Мне очень нравится садовая техника бренда Hütter, именно немецкого бренда, потому что сегодня мы получаем только бонусы. Во-первых, по цене 1799 рублей мы получаем год гарантии, мы получаем леску 15 метров, мы получаем сам триммер, обратите внимание, в красивой подарочной коробке, мы получаем паспорт и, главное, конечно же, подарки. Вот год гарантии, 15 метров лески, и все это по цене 1799 рублей. Я тебе рассказала о том, что, во-первых, мы понимаем, что дачный сезон открыт, а во-вторых, с прошлого года у меня есть история, позапрошлого, 2 июля, день рождения у дочери, мы приехали к друзьям, так. А наша, у меня есть подружка Ксения, у нее трое детей. И вот, ага, ты представляешь, я захожу к ней на дачный участок, который куплен там меньше года назад, у нее идеальная ровная травка, везде красивая, я говорю, у тебя садовник есть, как это можно было добиться? Она говорит, нет, Лена, у меня есть электрический триммер, который, да, совершенно, да, легко включается, и я вот создаю вот такую красоту у нас на даче. Абсолютно верно. Еще раз посмотрите, посмотрите, как ровненько, буквально сантиметр за сантиметром триммер скашивает травку. Скашивает он еще раз за счет лески. Чем вообще удобна леска? Вы можете подойти близко к дереву, да, допустим, к стволу дерева, и при этом его не повредить. Вы можете подойти близко к дорожке, к кромке дорожки, скосить там траву, и при этом не повредите, опять же, ни дорожку, ни диск, поскольку здесь именно леска находится. Вы можете подойти близко к дому и покосить возле дома, возле забора, возле каких-то других насаждений, которые есть у вас. И все это только с помощью лесочного триммера. Слушай, то есть, если вот вы выбираете между газонокосилкой с диском, либо триммером, то, конечно, в первую очередь нужно приобрести именно триммер. Ну вот смотри, вот я, допустим, я сейчас, я заказала, уже начался дачный сезон, я буду косить и буду разговаривать. Давай. И смотри, у меня вопрос, как справлюсь я сама, допустим, без мужчины, да? Потому что, видите, я легко это делаю, но я-то делаю это уже не в первый раз. А многие телезрительницы скажут, Лена, а как собрать, как сделать леску, какие все преимущества? Кстати, ой, как ровненько, внимание, да? Вот реально ровно, идеально я это получается. Сделала, и красиво. Это вообще я даже не старалась. Итак, чем хороша электротехника, да, электрическая техника, то, что она не требует специального никакой подготовки. Приходит в разобранном виде, состоит из трех секций. Первая секция — это там, где находится двигатель, вот здесь. Вторая секция идет посередине, и третья секция — это уже непосредственно рукоятка. Вы соединяете с помощью винтов.
Два винта, закручиваете, соединяете, и у вас получается готовая конструкция. Надеваете чехол, который защищает наши ноги во время кошения, и все, и у вас триммер готов к работе. Дальше вам, естественно, понадобится удлинитель. Вы втыкаете его в розетку, в 220 вольт, подсоединяете сюда, все. Никаких бензиновых смесей, ничего заливать не надо, никаких дополнительных расходных материалов. Просто нажимаете на кнопочку и сразу начинаете работать. Вот чем мне нравится электрическая техника. Легко и удобно. Нажали на кнопку, и она уже работает. Да. Сложного завода нет никакого, бензины заливать не надо. Легче, не шумит так, как бензина, нет таких вибраций, но при этом справляется со своей работой. Он справляется со своей работой даже лучше, чем вы думаете. Легкий, удобный, вы сами создаете красивый участок. Даже сама женщина сможет, причем он действительно очень легкий. Посмотрите, в одной руке. Мне нравится, что вы можете с собой взять его даже в электричку, вы не будете заказывать такси или просить супруга отвезти вас, если он работает в городе. Смотрите, вы получаете паспорт и гордгарантии. Вы получаете красивую коробку, в которой уже техника красивого желтого цвета, энергия, конечно же, саму леску 15 метров. И самое главное, удовольствие от нахождения на даче, удовольствие от дачного сезона, удовольствие от того, что вместе с вами надежная, красивая и, конечно, именно качественная техника. Леш, скажи, пожалуйста, меня первый раз, помнишь, меня смутил вопрос, что здесь есть леска, как я должна ее менять? Потому что я с конструктором иногда, честно, но не могу разобраться, а леска я вообще не совсем понимаю. Катушка очень легко разбирается, если именно нужно поменять леску, то есть вставить новое. А вот чтобы ее удлинить, здесь полуавтоматическая система. То есть во время работы двигателя вы ударяете им по дорожке, и она, соответственно, удлиняется на нужную длину. Да? То есть ничего не нужно там доставать, ковырять. Во время работы вы просто вот таким вот образом ударяете по дорожке. И при этом получаете нужную длину лески. Можно и я продолжаете еще раз буду косить? Давай, у нас буквально давай. 10 секунд. Нашли. Я напоминаю, что уже более 500 новых телезрителей подключились к нашему телеканалу. Легкая, компактная, невесомая техника садовая от бренда Hüther. Цена 1799 рублей.